Поставила варить печенку и картофель. А печенку с картошкой, с лучком буду делать в варенике. Заказ поступил от Вани. Сюда соль. Картошку тоже посолю. Пену снимаю. Печенка баранина. Пока это будет вариться, я буду готовить тесто. Для теста использую желтки. 3 желтка. Соль. Добавляю стакан холодной воды. И добавляю масло растительное. Постепенно всыпаем муку и замешиваем тесто. Добавила оставшуюся муку и замешиваю тесто. Замесила тесто. Теперь убираю его на время, чтобы немножко оно отдохнуло. Лук нарезаю кубиком и обжариваю на масле. Масло буду брать сливочное немножко и растительное. Готова у нас картошка и готова у нас печенка. И готов у нас лук. Разминаю картофель. Делаю с него пюре. Картошку я солила, пока я не буду проверять на соль. Сейчас, когда все вместе смешаю, потом проверю. Печенка немножко остынет, потом натру сюда. Добавляю лук. Натерла печенку через терочку и соединяю с картофелем. Все перемешиваю. Добавляю немножко соли. И чуточку перца черного молотого. Еще кусочек масла сливочного. Катаю теперь колбаску и нарезаю такие вот кусочки. Далее буду раскатывать их и с ней будем делать вареники. Раскатываем теперь. Делаем такие лепешки. И лепим теперь наши вареники. Вот такие вареники. Вода закипела, я бросила соль и теперь закладываю наши вареники.
3 минутки прокипели и готовы. Все, вытащила, закладываю следующие. Добавляем либо сметанку, либо маслице. Хотите лук пережаренный. И все. Ой, разрезала. Какие. Вкуснятина. Ой, какие же вкусные, горячие прям. Какая вкуснятина, посмотрите. Тесто тоненькое, начинка вкусная. Начинки много, очень вкусно. 3 минуты и готово. Я прям не могу оторваться от такой вкуснятины. Так. Смотрите. Смотрите, какая вкуснота. Безумно вкусно. Тесто нежное. Обалденно вкусно. Ровно 3 минуты варится. Это ж какая вкуснятина, а?